сюда. Ни разу не попал. 3 минуты перестрелки, ни разу не попал. Охренеть можно. Что у нас? Все залутано. Окей. Здравствуйте. Обнаружен враг. Я засекла врага. Вот так моя игра. Это я умею. Коммуникация продолжается. Неплохо. Мы можем стать по-настоящему... Не открыли огонь, друзья. Ты был мне другом. Ты был мне как брат. Тут 10 аниме предательств. Засранцы! А сейчас буквально несколько слов о сегодняшней спрятанной игре. Secret Neighbor. Это мультиплеерный хоррор, в котором 6 детишек пытаются спуститься в подвал незнакомца, чтобы добраться до 7. Правда, есть один нюанс. 1 из этих 6 и есть тот самый сосед. Ну, я думаю, многие видели игру «Привет, сосед», поэтому многого объяснять не придется. Суть проста. Найдите ключи, откройте подвал и выживите. Задача соседа, само собой, поймать вас. Соберитесь с друзьями или играйте с рандомами. На самом деле игра довольно прикольная. И хоть я редко выпускаю новые видео, ваши комментарии я читаю. Поэтому ключик для игры будет разбит на 3 части. Ищите внимательно и всем удачи. Спасибо за просмотр. Не, ну нечестно. Ну серьезно. 2-й матч подряд. Да, уже стреляют. Почему? Играем 3 на 3, почему не выпускают одного? Это же хрень собачья. 2-й матч подряд. Ладно, пойдем умирать. Да, 2 склада. И как эти триплы, хер знает. Ничего не вижу. Да, конечно. Да, давай 2-й раз, почему нет? Когда-нибудь я попаду. Сканирую. Ну, хоть не 3, спасибо. Я большой и страшный? А чем нет? Я не думаю, что нас много. Ну да. Спасибо, ребят. Главное не ссать. Иду. Перезаряжаю. Расслабься, все под контролем. Я в вас верил, мужики. Мы их сделали. Уложили весь отряд. Перезаряжаю. Уже иду. Ничего интересного. Охереть, уперлись. Командная игра называется. Внимание. О! What the hell just happened? Жадина. Новое кольцо где-то вдали. Все равно не поднимется. Внимание. Репликатор на подходе. Настоящий. Почему-то я почувствовал себя кошкой. Я понимаю, новый почему лидер делал такие неадекватные вещи. Если увидите его, кричите. Давай переименую. Я Коте. Привет с 2005-го. Не, я не виноват. Сам виноват, не я виноват. Я делал все, я ничего не делал. Не. Пить не могу этот пулемет. Почему эта хрень так быстро, так медленно разогревается? Почему быстро-то? Непонятно, как ее управлять вообще. Тут ты -2, -3 делаешь, что пока она разогреется, там от старости умрут, на ее... Не, ну печалька, чё?
терпеть не могу эту карту. И пулемет терпеть не могу, и карту терпеть не могу. Ну вот примерно из-за этого, да. Да, да, вот примерно из-за этого. Давай, 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 давай. Семь отрядов, фигня. Ха-ха, заживем. Погнали. Погнали, погнали, погнали. Не, ну это подло. Чё, нет-то, да, это подло? Засранец. Все задымили. Все задымили. Да слышу я вас. Так, шарахнул. Да. Не, ну вот ульту они прокачали вообще зачетом. Да, ульту способность имел, конечно. Ну сейчас я вам покажу. Погнали. Назад, назад. Аборт мишен. Аборт мишен назад. Да ё. Ладно. Ничего не вижу. Навоняли засранцы. Откуда оно мне в руках вообще? Да попади ты хоть раз. А, нет, все, пока. Пока, ребят. Еще увидимся. Ладно, щиты есть, хилок нет. Плохо. Плохо, плохо, плохо. 40 секунд. Так, ребятки, подождите. Нужен план. Мой план — сидеть и ссать. Сидеть, ссать и ждать. Но они же должны уйти. У нас лута не так много. Плохо, плохо, 20 секунд. Да, ну да, еще, да, да. Хотя... это шанс. Это шанс. Яйки в руки и пошли. Если я их не вижу, а они меня не видят, но я их вижу. Давай, давай. Спасибо, ребят. Всем пока. Вы просто приятная, хорошая публика. Спасибо, спасибо. Ебать, вот это счастье. Погнали! Не, а кто-нибудь неплохой персонаж? Я под огнем! Чё я раньше не играл? Считай постоянный хил. Неплохо. Сколько можно? Нормально, нормально. Пол АБМ 19. Пошел я нахер. Я не могу постоять. Попадать, мать твою, по стоящей цели. Они по летящей. Попадают, как я ненавижу вас всех. Привет, брат. Спасибо, брат. Вкусно, брат. Спасибо. Спасибо. Жесть. Это было шикарно. Это считается за побег? Я как лошадь убежал? Да хер там. 15 минут. 15 минут. И мы никого не видим с самого начала. О, какая крутая бесполезная. Здесь аккумулятор щита. Приготовьтесь, пора покататься на тросе. Мне это пригодится. О, шикарный трос. Есть чем заняться.
команда, я определил положение следующего конца. Надо вот так само. Посмотрите на свои карты. Трос установлен. О, вот это прям все. Уровень игры поднялся до уровня небес. Теперь умирать не страшно. Мы уже в кольце. Не страшно, не жалко, ничего. Дурдом.